Всем доброго времени суток, вы на канале Hard Reset Info, это телефон ZTE Nubia Z9 Max, и сейчас я вам покажу, как на этом телефоне можно узнать номер IMEI и серийный номер. Прежде всего узнаем наш номер IMEI. Для этого мы открываем приложение «Телефон» и вписываем сюда код звездочка решетка 06 решетка. Вот, как мы видим, у нас есть два IMEI. Нам это не нужно. Нам нужно узнать серийный номер. Разворачиваем шторку уведомлений, нажимаем на шестеренку, спускаемся вниз до пункта о телефоне и выбираем общую информацию. Ну вот здесь, как мы видим, есть серийный номер. Вот он у нас тут находится. И вот и все. Мы нашли все серийные номера. В смысле, серийный номер и номер IMEI. А я вам желаю хорошего дня. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до скорых встреч. Пока!